Здравствуйте, дорогие друзья! Несколько дней остается до великого праздника День Победы, и мы продолжаем публиковать материалы акции «Люди Победы». Свой рассказ о легендарном дедушке прислала Светлана Васильевна Голдукевич, Василий Иванович Бабиновский. В составе 460-го полка в марте 1942 года выехал на Воронежский фронт. В июне 1942 в тяжелом бою получил легкое ранение в ногу и вернулся в строй. Но в сентябре, обороняясь от фашистских нападений под Курском, получил тяжелое ранение в руку. После этого ранения Василий Иванович уже не смог взять в руки оружие и был комиссован. По возвращению с фронта в родную деревню Василий Иванович очень долго лечился, но потом встал в строй и начал работать бригадиром в колхозе «Правда». После войны он стал многодетным отцом и воспитал 5 детей. Акция «Люди Победы» продолжается.